все, кто любит единорогов, поставьте лайк. Я свой лайк уже поставила. И еще посчитайте, сколько в моей комнате единорогов. И напишите об этом в комментариях. Кто угадает, я буду лайкать. Смотрите внимательно. И вот с этой стороны. И про этого не забудьте. Пишите. Всем привет, кисы. Меня зовут Ксения Гара. Да, я снова с вами. Ребят, если вы еще не подписаны на мой инстаграм, сделайте это прямо сейчас. Потому что там вы не можете задавать всякие вопросы, писать комментарии. Я вас там лайкаю, создаю различные активности. И самые активные ребята, самые активные мои подписчики попадут в мое видео. Да, так что заходите, напишите мне там что-нибудь, чтобы я вас заметила. Ссылочку на свой инстаграм я ставлю в описании. Или переходите по этому нику. Мой инстаграм ксксгара. Также подписывайтесь на мой канал обязательно. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, которые выходят 2 раза в день. Да? Ну, если вы это все сделали, подписались на мой инстаграм и на мой канал, мы начинаем. Самое странное видео в мире. Погнали. Смотрите, это на таможне, наверное, люди развлекаются. Или где-то в каком-то отделе, где документы, паспорта, пропуска. Наверное, в институте где-нибудь. Студенческие. О, нифига, посмотрите, сейчас он схватит это все и потащит. Я не могу пакет с продуктами дотащить. Ну вот видите, какие мы все люди, а? Кто-то пакет не может дотащить, а кто-то коробки таскает. Это он так снимает упаковку с дверей? Обалдеть, как он их не вредит, и как она так слетает быстро. Я хочу, чтобы старый лак слетал с моих ногтей так быстро. Это хлебушек. Подгорел чуть-чуть, надо снять с него обгоревшую корочку. Тринь! Лайфхаки пекарей. О-хо-хо! Нифига себе! Вот смотрите, капец, вообще нифига. Он там внутри слайд, он сам ржет, сам в шоке. Сколько шариков, класс. Что это за будет прическа? Сейчас посмотрим, нормальная она будет или нет. Ну такая классная, вообще на повседневку. А это что за гадость? Это что такое? Это пчелиный мед? Что они с ним делают? Они высасывают мед у пчел. Посмотрите, какой он штамповщик. Тин-т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 ин. Красава. Подмерзли немножечко, но скоро это все кончится. Наконец обещают на этой неделе супер тепло. Капля в воздухе, да? И вы говорите, что магии не существует. Кто так говорит, тот редиска. Проделывает дыры для того, чтобы там жили суслики. Что? Ну нет, конечно, для чего-то другого проделывают. Но это странно. И это странно. Зачем пачкать стену? Что там написано? Опа, опа, очки, кто там, кто? Опа, очки, очки, что же там, кто же там? Там был человечек. Вы если мне размажется помада, скажите мне, пожалуйста. Нифига, она вообще молодец, сильная женщина. Плачет у окна. Очищаем кондиционер. Смотрите, смотрите, смотрите. Человечек перебежал через кубик, побежал в лес гулять. Все выходим гулять. Идеальное равновесие. Ну да, так-то он неплохо обрезает бревна. Ну да, главное ниточку того самого размера, да, взять, которого нужно. Ой, смотрите, получается там иероглиф. Как так они сделали? Почему та поверхность не намокает? Видимо, какой-то состав нанесли. Пальчиком замажем, дырочки везде. Ой, ой, опа, жена встречает мужа с работы. Да, да. О, да, в Китае такие активные старики, кстати, когда туда прилетаю, я всегда смотрю на это, какие они там вот такие бодрые, не то что у нас уже такие...
Жизнь разная, уровень жизни разный, что поделаешь. Ой, как красиво! Это что-то вкусное! Какая-то кокосовое суфле. Ой, розовое бревно. Красное. Розовое. Я дельтоник. Розовое, ну розовое. Розовое, красное. Неважно. Розово-красное. О, это был вакуум такой. Какой хороший прибор. Вот это опасная фигня. Я когда вижу такие штуки, я всегда боюсь. Вот если бы я работала на производстве, мне по-любому что-нибудь отрезало бы. Я боюсь таких вот машин всяких. Я даже микроволновку боюсь. Когда я что-то там в ней подогреваю, я отхожу от нее подальше. Ну вы поняли, да? Вешалка, лайфхак. О, да. Когда заняться нечем, можно делать вот так. Почему бы и нет? Ну что это, шкатулка? Ой, заценили, там написано что-то. Скорее всего, признание в любви. Раз сердечки. Ой, это малечки, мальки. Капец, они как маленькие изюминки. Помедленнее, детка, притормози. Офигенно, мы все поняли. Смотрите, кирпичное строительство. Сколько кирпичей, вообще работа, непочатый край. Бах! Хорошо, что там никого внизу не было. Там могла бы быть я с моей удачливостью. 3D-модель какого-то кубика Рубика. Кубиком. Почему вот некоторым людям хочется рисовать кубики, а некоторым, например, природу? Вот не задумывались об этом? Вот мне интересно. Видимо, несмотря на то, что люди творческие, те и те, у всех просто разное сознание. И разный интерес к творчеству. Я вот сейчас, прикиньте, залипла просто. Я просто залипла сейчас на это видео. Я обожаю, когда ложат кирпичи. Хоть на стройку иди, смотри, как работают люди. Что-то непонятное. Грязевая ванна. 500 рублей час. Это такая прикольная штука. Всяко-разно вытягивается, растягивается, магнитится. Это и браслет тебе, и ожерелье, и колье, и все, что хочешь. Она разделяется на два. Что же она делает? Домик? Это динозавр. Да? Это дракон. Нет, динозавр. О, отличный костюм для ребенка. Даже если он упадет откуда-нибудь, он не повредит себя. Какая красивая птичка. Павлин. Зацените, какие толстые прям мазки. Ням-ням. Какая красота. Nice. Я так люблю живопись. Мне почему-то всегда так на душе хорошо становится, когда вижу картины. Я помню, поехала в Париж, в Лувр. Я там провела часов 15, наверное. Залипала на каждую картину. Какой хитрый инструмент. Вот предыдущий вариант был лучше, а этот какой-то для циркачей. Сложно же. Какая струя широкая! Она причем сидит, эта девушка, в каком-то кресле и кайфует. Она рисует таким образом. Посмотрите, ребят. Вот так вот. Опа! Опа! Сейчас я поем. Опа! Опа! Я все здесь съела. Все бы здесь съела. Если бы передо мной стоял такой чувак в очереди, я бы его стукнула. Сказала бы, уйди, блин, да я возьму себе побольше. Ой, это что? Когда ты что-то делаешь из всего, что у тебя есть, понятно. Из семечек, из кукурузинок, и получается композиция. Меня больше всего поражают люди, которые из ничего могут сделать что-то красивое. Из самых простых материалов. Алоэ? Алоэ? Кто-нибудь пробовал на вкус алоэ? Какой он? Я пробовала его в напитках, в коктейльчиках всяких, вот таких банках японских. Если кто-нибудь прям вот грыз алоэ, напишите об этом в комментариях, какой он на вкус. Не как мыло или как что. Вообще не понимаю.
О, как это так? Как это так? Смотрите, это я мчу снимать видео. Очень мчу, но не получается. Да-да-да. Ну, очень хочу снимать видео. Прям лечу. И вот уже почти крашусь. И одеваюсь, но что-то потом начинается сериальчик. Ой. Ой, как красиво. Остановитесь. Нет, перестаньте. Я хочу это видео поставить на паузу и смотреть его, да. Ну, нереально. Блин, как я хочу все мять. О, какая тачка. Боже, это Бэтмобиль. Нет, Вандервумен мобиль. Нет, это мой мобиль любимого красного цвета. Джун-джун-джун, блин. Когда, наверное, в такой тачке едешь, чувствуешь себя реально королем дороги. Где взять такую тачку? Вселенная, пошли мне красный автомобиль. Завтра выхожу, там велосипед красный. Ну вот так вот, вот, может быть, тоже, да. Визуализация не всегда работает. Ребят, посмотрите вот эти два видео, вот эти два. Я надеюсь, они вам понравятся. Я старалась, снимала их, очень хотела сделать их клевыми. Ну, и они такие получились. Так что обязательно их посмотрите, если пропустили. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Мы с вами увидимся совсем скоро. Я вас очень люблю, целую.